Всем привет, друзья! С вами Аларелин, а сегодня мы опять с вами в Хардстоуне. Сегодня мы подошли с вами к испытанию... Нет, не к испытанию, к обычному прохождению Наксрамаса. И у нас с вами чумной квартал. Сейчас поглядим, что он нам принесет. Вкусняшечка, грибочки. Так, первый. Никому не победить, Нота! Нот! Это просто чума! Ну что ж, сейчас... вот хиба получаем, да? Что отсюда? Неизвестно, нужно открывать. Но открывать не будем. Поглядим. Так, пара-пара-папа. Попробуем его штурмануть друидом. А вот, я... Там слегка его, опять же, все так же стандартными колободами натычкал, стандартными картами, точнее. Малфорио! Вот, и будем надеяться, и... получится. Что у нас? Старичок Нот умеет. Душа для моей коллекции. Ну, конечно. Я должен защитить природу. Менять не будем, оставляем. Так, что там Нот-то умеет? Оживляет павших существ противника в виде скелетов 1-1. Ага. Закончить? Боже мой. Такой геморройный чел. Так, даю. Плюс один кристалл. Пропускаю. Тебе понравится мой новый рецепт. Ага. Супер круто заюзал. Оу. Ну, два. Я думаю, не буду. Я сделаю вот так вот. Хлоп. И на следующий ход я заюзаю озарение. И поставлю боевого голема. Посмотрим. Хлоп. Голем в бой. Так. Вот нехорошо. Not bad. Беру. Так, нет. Хотя да, почему нет? Или все-таки... Давай, урон от заклинаний. Щелкну. Не знаю, что будет. Ух, ничего не было, это радует. Потому что до конца всем персонажам. Вот теперь самое то. Теперь я ставлю. Хотя нет. Я могу. 4 и плюс 2. Ох, шарахнет оно. Добротно. Не моргай. Не моргаю. Давай, раз. Взрыв. Оу. Две его копии. Мать честная. Так, и таким образом выставляю, которая прохилила всех. Мы атакуем. А дальше пойдет. Это вообще не по красоте было. Причем очень-очень не по красоте. И не дай мне тангенциальный вращатель. Даю еще одного. Тангенциальный вращатель. Хорошо. Следующий пойдет повелитель что арены. Оу, фак. Так. Пошел повелитель арены и буйный рост на друида. Что такое? Твою за ногу. Вот. Что мне? Еще один. Скелет-кузнец. Отлично. Так,
Давай. А временно подумать? Хотя... Один хрен, все умрут. Да. А временно подумать? Ладно. А временно подумать? Таким макаром. Бах! Ох, что-то прожарило так нормально. Итак. Что мы имеем? Имеем провокатора. И имеем буйный рост на себя. Последний хил пошел. Еще одно поганище. Да, японский городовой. Мада. Так. Ну и что мне? Кем мне зайти-то? Зайду, короче, так. И так. Другого варианта захода не вижу. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Ну. А умею. Я думал, он убьет всех. Красава, вот это осел, а. Это мне нравится. Это было круто. Трепещи перед мощью Штормграда! Так. И выбранное существо получает. Держи. Раз. И добивной в голову. Не понял. Етить, колотить. Нежданчик. Ах, ну как так? Жесть. Опять эта чума. Жесть. Я-то победить уже собирался. На. Хотя стоять. Сделаем вот так. Проатакуем. Все хорошо. Уничтожить. Yes. Ух, ну конечно, с чумой своей. Напряг, немного напряг. Чуметь, какой поганый день. У кого как. Мы, в принципе, смогли затащить, да? Так, ну что ж. Нота чумного приговорили. Следующий. Хейган только что прислал мне сообщение. Говорит, что пощадит тебя, если ты не будешь против него играть. Интересное предложение. Крайнему левому существу противника. Забавный скилл у него, да, такой? Так, ну, давайте попробуем опять же друидом. А не знаю, зайдет, нет. Сейчас будем посмотреть, что из этого выйдет. Малфурион. Так, и... Старичок Хейган, да? Ну, поехали. Я даже не мог и подумать об этом. А не слазь. В принципе, все подходит мне. Итак. Начинаем с... Ага, ни с чего мы начать не можем. Неплохо. Так. Даем ход конем так. Далее. Далее вот так. Тангенциальный вращатель. Дело сделано. Повелитель арены вытащили. Танцуйте, глупцы. Танцуем. Зачем меня призвали? Так, понятно. Сколько у нас там? Пара-пара-папа. Так. Мы можем сделать... 5, да? 5 будет маловато. Поэтому дам я, наверное, вот так. 4, да? И пропущу ход. Меня вот это...
Жесткий паренек. Повелитель бездны. Хорошо. Захожу. Блин, захожу, мне не хватает. Даю так. Лоп. Ну, чудесно. Так, а вот теперь может получиться зайти круто. Делаю так и даю вот так. Посмотрим, что из этого выйдет. Амдам. Не особо успешно. Планировалось не совсем так. Уходим в деф. Да, все в героя лупят. Плохо. Восстанавливает. Чудно. Я могу зайти в танка. Кого мне убить? Далее делаю так. И вот так. Таким образом, неплохо восстановился. Оу. Плохо. Очень плохо. Но ничего не остается, как сумонить его. Атакую. Атакую Хейгана. Идем дальше. Бах, ну и добьет его. Понятно, от меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Инфернал. Мне нечем инфернала. А нет, в принципе, есть чем его. Да, попустить. С ним нормально справится наш повелитель арены. Благодарочка ща. Меня породила бездна. Так. Захожу. Вот так. Имя природы. Смотрим, что Хейган нам выставит. Вот это нехорошо. Это вообще нехорошо. И давай, проатакуй демоном. Блин, койот. Да. А тогда разыгрываем так и так. Далее идет маг. Ну что, начнем? Начнем. Он. Что дальше? Извержение. Ну они все пулят, да? Давай так. Хо-хоу, провокатор. Причем серьезный. Не моргай. Постараюсь. Ну че, зайду следующий ход с провокатора и посмотрим. Жесть. Ну, ни хрена себе, такой случайный демон именно. О, так мы уже победили практически. Делаем. Так, даю. Раз, два, хлоп, сюда. Должны выстоять, в принципе. Нормально так он. Но это, конечно, странновато было. Даю буйный рост. Даю это. И добиваю. Отлично. Хейган был побежден. Все тем же друидом. Не подумайте, что да, мне друид очень нравится. Или весь бурлю, если просто играю таким. Поэтому
портит, так сказать, на друльку. Вообще, мне очень нравится Варлок, хотя в тех же, да, в том же Варкрафте, в том же Диабло, в том же Вов мне особо Лок не нравится. Поэтому, ну, не Лок, а, в принципе, Лок тоже. Вот. А здесь, что я вам могу интересное показать? Наверное, особо ничего. Наша задача на сегодня попытаться еще затащить вот эту штуку опасную. Наносит 3 единицы урона герою противника. Угу. Ну что ж, пушить мы будем Лотхиба нашим, скорее всего, престом, который мы уже играли как-то против одного из боссов в Наксрамасе. Поэтому посмотрим сейчас, что из этого выйдет. Лотхиб! Поехали. Я тебя вижу. Круто, мы тебя тоже видим. Свет дарует мне победу. Сразу, это на замену. Это нас не особо интересует, но... Конечно, тоже не совсем камильфо, не совсем то, чего... Хотелось бы получить. Что-то мне нехорошо. Так, липпергном этот. Закончить. Тайна. Света полиция! Ты впустую сотрясаешь воздух. Будем посмотреть. Конечно, эти, блин, клинки, они и не то, и не другое. Ой, черти шо. Так, поехали. Да, по идее, они его трогать не станут. Так. Всем существам, да? За короля! И теперь... Начинаю превращение в фан! Бах! Отлично. Конец близок. Ага. Расклад очень интересен. Теперь... Зайду... С этой, наверное, карты. Да. Здесь жду. Пока спору трогать не буду. Наша основная задача сейчас будет нас спавнить. Блин, опять. Плохо. Плохо. Даю. Хотя нет. Можно сделать 3. И кого-то еще я могу поставить? Нет, не могу. Начинаю превращение в пар. Давай. Получили бафы. Атакуем. Нормал. Прошлись так. Так. Кого хилять-то будем? Давай себя. Твою за ногу, а. Как так? Как же так? Уничтожаю. Ставлю. Мадам. Проатакую. Да ты что? Ну что ж такое-то, а? Блин. Ну из чего мне заходить? Жесть. Блин, сколько я получу баф? 8, 16. Ну, много получу. Ну, не остается другого варианта, как ходить именно...
таким образом. Ба! Раз. Нормал. Даю два. Кого мне убить? Табло выхватил. Капец, ну как так-то? А как же так? Нехорошо вообще. Отдаю. Даю. А как? Как же лучше? Не знаю. Давай так. Я не готов. Теперь так. За нас сжата. Я не могу выбрать цель на замаскированное существо. Чтоб сомневался-то. Бьем. Не, ничего. У меня есть возможность сейчас... Или была. Откроется, да? Очень странно, конечно, он открылся. Не до конца мне понятно. Оу. Давай, раз. Давай. Два. Передай мне тангенциальный вращатель. Ох ты. Так. Кому ударить-то? Давай, Вогра. Вогром. Атакую. Этим атакую. Лоп. Отлично, остался один этот хрен. И в кого? Вогра дал. Ну, и по идее мы победили. По идее это победа. Даю. Раз, два, три. Стоять. Хлоп. Благодарочка. Но если он меня сейчас ничем не ваншотнет. Ну, похоже, все-таки мы победили. Это радует как никогда. Отхил. Отхил. Так. О, еще один паренек. Ну не знаю, убить нет. Ладно, хочу еще поиграть с ним. Главное только не перестараться с этими играми всеми. О, как. И в кого? Понятно. Ладно, будем заканчивать. Хотел убить. Я не могу это сделать. А временно подумать? Атакую. И атакую. Отлично, Лотхип был побежден. Так. Сколько можно убивать моих слуг? Хватит! Прекрати немедленно! Забавный такой. Так, и... Подарок в студию! Отлично! Так... Доступны новые классовые испытания. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить этому видео лайк. Оставляйте ваши комментарии, если у кого будут какие вопросы, с радостью отвечу. И не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Всем спасибо, всем пока.